Всем привет, меня зовут Оля Нарыжная. Сегодня хочу вам показать праздничную укладку. С помощью утюжка буду накручивать волосы и вычесывать в волну. Такая укладка отлично подойдет для новогоднего праздника. Итак, я начинаю накручивать волосы с нижних прядей. Главная особенность этой укладки, что накручивать пряди я должна в одном направлении. Вот я закрутила первый завиток внутрь. И точно так же я повторяю со всеми остальными прядями. Когда все волосы уже накручены, я начинаю с кончиков, вычесываю все локоны. В одну прядь. Вот они соединяются в общий, в один завиток. Возможно, вычесывать придется долго, наберитесь терпения, но зато потом волосы укладываются вот в такую волну. Чтобы челка не падала на лицо, зафиксируйте ее тщательно лаком, и она будет в нужном вам направлении лежать. Пряди сзади я предлагаю зафиксировать невидимками. Несколько невидимок для нижней части волос
чтобы их не было видно, но при этом волосы держались в нужном положении. Последний штрих из невидимок, и все, укладка готова. Если вам понравилась эта прическа, ставьте палец вверх, оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на мой канал и на мой инстаграм. До новых встреч, пока!